Здравствуйте, меня зовут Наталья Дегова, и на эту конференцию, сайт, который продает, я приехала как спикер, я здесь выступаю. Я хочу сказать, я была сильно удивлена тому, как это организовано, потому что обычно конференция – это набор выступлений на определенные темы. Что сделали ребята, Евгений и Михаил? Они всем раздали бланки, и в этих бланках все участники конференции мелким почерком пишут те изменения, которые они сделают в своем сайте по определенному шаблону. Это здорово, я уверена, что каждый человек приедет со своим набором конкретно для него сделанных инструкций, им самим собственноручно. И это просто очень здорово. Всем рекомендую участвовать в проектах Евгения и Михаила, если они сделаны с таким вниманием к людям, которые в них участвуют. Спасибо. Эх, закончился тренинг «Сайт, который продает» от Евгения Ходченкова и Михаила Гаврилова. А если что, это был действительно такой мозговыносящий. Было видно, как у людей просто взрываются мозги от той информации, которая приходит. Как глаза загораются от просветления, от того, что же происходит. Они понимают, что столько они получили на внедрение. Сколько же им сейчас предстоит этого всего сделать, и нет сомнений, что они это сделают. Они это реально сделают. Почему? Потому что они получили лучшее из того, что они могли. И это говорю я, Алекс Авенго. И вы должны быть здесь, когда будет следующий тренинг, сайт, который продает. Поэтому если Миша и Женя сделали предварительный список внизу этого отзыва, то записывайтесь прямо сейчас без сомнений. Если вам нужен сайт, если вы давным-давно хотите с этим разобраться, то кому как не сюда вам идти, чтобы сделать сайт, который продает. Записывайтесь. Всем привет, меня зовут Наталья Царева, город Москва. Я хозяйка сайта язоркая.ру. Вот. И сейчас я нахожусь на семинаре «Сайт, который продает». Вот здесь очень много интересной информации было, очень так все радостно, интересно. Вот. Но я хочу сказать о тех вещах, которые мне очень не понравились. Вот. Одна вещь – это то, что мой сайт, тот сайт, который я вот создаю вот этими руками, вот этими мозгами, на самом деле он должен нравиться не мне, а моим клиентам, то есть тем людям, которые приходят на мой сайт, чтобы что-то там получить. Вот. И это очень важно, да, потому что продавать-то я не себе собираюсь, вот, а вот людям. Да, и даже то, что я хочу им дать что-то замечательное, хорошее, но надо это дать так, чтобы они поняли, что это вот, ну, что-то для них, а не то, что для меня. То, что для меня, это я вот покупаю у других. Вот. А второй момент, который мне тоже жутко не понравился, это продвижение в социальных сетях. Вот, потому что я сама не очень это дело люблю. Но с другой стороны, на самом деле это клондайк. Это потрясающее количество возможностей для продвижения сайта, для продвижения продукта, для развития своего бизнеса. И сейчас еще очень мало людей этим занимаются, да, обращают на это внимание, и поэтому надо ловить момент, надо вот ехать в Эльдорадо и собирать свои золотые слитки. Вот. И, значит, третье, что я хочу сказать про этот семинар, вот что мне понравилось в нем, это разнообразие. То, что здесь не просто, да, там, вот, размещаете там рекламу на сайте, там, и все, а очень разные вещи, да. Нам рассказали про социальные сети, нам рассказали про то, как должно быть выглядеть предложение на сайте, нам рассказали о том, как снимать видео, чтобы оно тоже цепляло и тоже продавало, вот. И это еще не предел, продолжение следует, и я просто вот горю нетерпением услышать, что нам еще расскажут, потому что я уже сейчас вижу много вещей, которые мне вот внедрять. Спасибо. Здравствуйте. Первое, что я хочу сказать, что тренинг шикарный, просто шикарный. Преподаватели, тренеры, они просто волшебные. Это так удивительно. Вот тех людей, которых до этого я видела в интернете только на фото или на видео, вот сейчас их видишь вживую. Эта энергетика прет, вот просто эмоции переполняет. Я не знаю, что сказать. Спасибо большое за тренинг. Вот такой. Всем привет, друзья. Меня зовут Алексей. Я живу в городе Москве, являюсь автором блога «Путь к финансовой свободе» WTFFreedom.com. Сейчас я нахожусь на семинаре Евгения Ходченкова и Михаила Гаврилова «Сайт, который продает».
получил колоссальное количество информации, которую можно выходить сейчас, приезжать домой и применять на практике. Отдельно выделю форму подписки, то есть я знаю, как настроить свою форму подписки на сайте, так, чтобы посетитель, который пришел на сайт, максимально сильно конвертировался в подписчика. Универсальное торговое предложение, такое предложение, которое привлечет посетителя и заставит его прийти на мой сайт вновь и вновь. Добрый день, друзья. Меня зовут Амина, фамилия Кайназарова. Я приехала с Казахстана специально в Москву на этот тренинг, который организован компанией «Акинцев и партнеры». Семинар называется «Сайт, который продает». Вообще с тренинг-центром «Стартап» я познакомилась в начале этого года. Замечательные педагоги Михаил Гаврилов и Евгений Ходченков, они открыли новый мир интернета для меня. Изначально я планировала создать сайт для своей компании. Сюда, приехав в Москву, я хочу достичь такой цели, создать менеджера, который будет продавать 24 часа в сутки без перерыва выходных. Спасибо за интересную информацию, за замечательные фишки, за такой позитив, энергию, ребятам, удачи. Все. Здравствуйте, меня зовут Василий Голованов, сайт vgolovanov.ru. У меня такая проблема. У меня очень низкая конверсия подписчика. Буквально всего 8-10% от посетителей подписывается, в общем-то, на мои материалы, на мои бесплатные курсы. И очень большая стоимость получения каждого подписчика. Это буквально от 30 и до иногда до 50-60 рублей мне приходится платить контекстной рекламе тому же самому Яндекс.Директу, чтобы заполучить всего лишь одного подписчика, который, возможно, у меня в дальнейшем и ничего и не купит. И следующая у меня проблема – очень мало продаж. Буквально по одному курсу я продаю в неделю. И поэтому я пришел на этот семинар, чтобы увеличить как конверсию своей подписной страницы, также увеличить продаваемость своей продающей страницы. И уже за эти полдня семинара я уже получил достаточно много фишек, как делать продающие видео, как написать УТП и как сконфигурировать свой сайт, чтобы он больше продавал. Спасибо за внимание. Василий Голованов. Всем привет, меня зовут Елена Маркова, я занимаюсь ведением своего блога по сайтостроению, по созданию сайта, по веб-дизайну, по веб-разработке, и создавать сайт это я умею, но главная моя проблема это в том, что я не умею продавать, и думаю, это проблема у многих людей, и именно поэтому я пришла сегодня на этот семинар, поскольку называется сайт, который продает, то есть цель этого семинара в том, чтобы научить наши сайты продавать. Я создала уже более 6 сайтов за время работы, и причем последние несколько сайтов – это именно сайты наших же однотренинговцев, клиентов, студентов тренинга, студентов тренинг-центра «Твой старт». То есть я благодарна очень нашему тренинг-центру за то, что не только он учит нас полезным навыкам, в основном продвижению своих сайтов и именно работе с подбором подписчиков, подбором клиентов, но и тем, что я могу помогать другим людям и зарабатывать на этом. Здравствуйте, меня зовут Ануфриев Денис, я из города Киров, прошел курс стартапа, занимаюсь сейчас фабрикой сайтов. У меня сама фабрика сейчас поставлена, фабрика сайтов. И цель прихода на данный семинар у меня была это получение материалов по развитию интернет-маркетинга и инструментов, как можно заставить сайт продавать. То есть обучиться этому самому и применить это для своих клиентов. Также параллельно создаю свой сайт и свой интернет-магазин. И применение это, в первую очередь, для своих интернет-магазинов и продажи как услуги. Что полезно, я вынес уже из этого материала, который семинар еще не закончился, он еще идет. Что вынес, так это то, что видеомаркетинг – очень перспективное направление и очень мало применимо пока в России. Перспективное направление социальных сетей. И также уникально научился уже как
определять вот это зерно уникального торгового предложения, чтобы это составить сайт и все применить, так сказать, в интернет-бизнесе.